Рядовой Попов, чем ты тут занимаешься? Меняю свечи, сэр. Какие нахуй свечи? Это артиллерийская пушка. Слезь с орудия. Пока ты тут хуйней занимаешься, пришло письмо со штаба с грифом «Рассекречено». Теперь весь мир может играть в War Thunder. Что такое War Thunder, сэр? Вопросы здесь задаю я. Что такое War Thunder? War Thunder — это самый крутой и реалистичный военный экшен, где ты можешь управлять танками, самолетами и огромными кораблями. Правильно, рядовой. А еще в War Thunder нет полосок здоровья. Ты можешь обездвижить танк врага, подбив ему гусеницу, или потопить эсминец метким выстрелом в боекомплект. Понял, сэр. Сбивая истребители из зенитных пулеметов с земли, взрывая новейшие танки управляемыми бомбами с неба или уничтожая крейсеры торпедами на воде. В War Thunder больше 1000 единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. Продвинутая разрушаемость позволит тебе смести избушку Абрамсом и неожиданно обойти врага, проломив бетонную стену. Несмотря на топовую графику, игра отлично оптимизирована и подойдет даже на не очень мощном ноутбуке. В War Thunder быстрый матчмейкинг. Тебе не придется долго ждать начала боя, даже если ты сражаешься в команде с друзьями. Побеждай, выполняй миссии и получай награды, боец. В описании к ролику есть ссылка на игру, но ссылка не обычная, а с бонусами лично от меня. Бонусы, премиум аккаунт и техника для легких побед в начале игры. И в связи с этим, боец, я даю тебе 3 недели отгула. Где я могу скачать эту игру, сэр? Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. А теперь налево, шагом, арш! Привет, ребята, я Саша Жучкин, рядом со мной Илюх Попов. Здорово. Сегодня в выпуске мы хотим сравнить и узнать, как люди реагируют на Мустанг в городе и в деревне. Вот как ты думаешь, Илюх, где у тебя больше шансов замутить с тёлочкой? Да по барабану, я и там могу белого заправить. Может быть, ты знаешь в городе такое место, где прям много тёлок? Ну да, в принципе, есть одно, кстати, хорошее. Я уверен, там будет много девчонок. Ты прям гарантируешь, что там будет много девчонок? Да. Поехали. Ну вот, как обещал. Здесь девчонок много, они те еще засыхи. Всегда по две ходят, пописать и покакать. Ну не знаю, Лёха, это достаточно странное место для знакомства с девчонками. Поехали, короче, в другое место, я знаю куда. Ну ты зря, я тут с одной познакомился. Ничего такая. Не, поехали, короче. Ну а перед просмотром ролика я советую тебе поучаствовать в розыгрыше видеокарты GeForce GTX 1070. Условия очень простые. Тебе нужно подписаться на канал, поставить лайкос, ну и написать сколько угодно комментариев. И именно эта видеокарта может оказаться в твоем старом дряхленьком компьютере, братишка. Участвуй! Привет! У меня Мустанг, посмотри. Дамы? А давайте встречаться. Вон моя машина. Она крутая, дорогая. Моя тачка. Мне подарили ее. Зря отказываетесь. Привет, девчонки. А давайте встречаться. Смотрите, какая у меня тачка крутая. Не убегайте, давайте. Ну, извини, а можно я украду твою маму? Что? Ну, покувыркаемся там. Сейчас. Привет, а у меня Мустанг. Давай встречаться. Привет. Ну, может, просто в закат уедем? Я мылся. Привет. А не хотите подергать за мой рычаг? Вот, на тачке, на автомобиле. А, нет, спасибо. Он большой у меня. Я бегу. Привет. Я вижу, ты симпатичная, привет. А парень у тебя не очень. Че, охуел? Че? Конченый, что ли, блядь? В смысле? Ну, я нормальный. Че, видел вообще? Ну? А че, я хорошо одет? Че, это за игрой, парень? Моя тачка дорогая. Да ты никогда так вот не заработаешь. Привет. А может, потрахаемся? Что? Ну, тачка, косрик, куда у меня? Это Мустанг. 78-го года выпуска. Что дальше? Ну, покатались бы. А чего так? Ну, давай. Тетенька, здрасте. А давайте прокатимся, это мой Мустанг. Отвали. А что так грубо? Тетенька, какая идея? Простите. Привет. А можно тебе отвязать? А? Поехали. Ну, в закат, поедем. Классно будет. А у тебя девчонка симпатичная. Спасибо. Можно я ее у тебя украду? На Мустанге покататься. Иди, пожалуйста, туда подальше. Слышь, сам иди. Что ты
говоришь? Да ладно, ладно, все. Привет. А у тебя когда не был секс в Мустанге? Что? Покатаемся? Привет. Знаешь, какой у меня большой? Ну, выхлоп в автомобиле. Да, знать не хочу. Хочешь, покатаемся? Привет. Прыгай ко мне. Сейчас, секунду. Готово. Привет, ты красивая. Давай встречаться. Смотри, какая у меня тачка. Тачка хороша. Спасибо. Поехали? Ну, если бы я была не замужем, я бы поехала. Да? Очень жаль, очень жаль. Да ладно, муж, что с ним? Может, поедем? Поехали. Я договариваюсь с ним. С мужем, с моим нет. А, нет, ну не с мужем, можно я имел в виду. Ну хотя можно и с ним, неважно. Можно и с мужем. Просто дружить будем. Морда нормальная. Морда, да. Вот все говорят, что морда охренительная просто. Нормально. Она шпарит просто как сумасшедшая. О, холодняк у тебя хороший, блядь. Ну такая трубень, да, это прям мощная. Оттуда прям, ну, ну пышет. Она, сколько дает-то? Ну, 250 она будет, будет ехать. Ну, так ты ехал 250? Нет, еще нет. А водочку попиваете, водочку? А то у меня тормозуха есть, если что. Чего есть? Тормозуха. Ебать, это что, Феррари, блядь? Не, это Мустанг. Мой. Сколько ему лошадей, нахуй? В нем? Да. 400 лошадей. 4, да, блядь, не поверю, нахуй. А вот так. Мне кажется, больше, блядь. Хотел бы себе такой же? Конечно, блядь. Это мечта, нахуй, Мустанг, нахуй. Это Мустанг, да. Иметь это, блядь, просто авторитет. Это как бабу иметь, да? Да, красивую. Блядь. Я тут просто стою, девку думаю склеить на ней. Да. Может, какой-то совет дашь? Да, блядь, просто если нормально есть тут, нахуй, то, блядь, даже советы никакие не надо давать. Сразу сядет, да? Да, такую-то, блядь, тачку. Я вот тоже так думаю. Такая буду тачка, ловить, блядь, удачу. Грех не сесть, на. Это точно. Здорово. Привет. Какого года? 79-го. Старый конь, да? Ну. Себя висит хорошо. Старый конь борозды не испортит. Крутая? Да. Это для меня еще крутая, чем 18-го года, хуй его знает все. Хрустальные фары. Еще раз? Хрустальные, не пластмассовые. Да, это чистый хрусталь. Чистый. Класс. Сейчас в Инстаграме посмотрим, сколько колясов собираем. Где? В Инстаграме. Привет, девчонки. Как вам моя тачка? Спасибо. Здорово, мужики. Как думаете, на такой тачке можно здесь девку подцепить? На таком говне. А почему? Вы что, в машинах не разбираетесь? А что, она форсирована, турбирована? Ну там все есть, там все есть. Она шпарит, будь здоров. За секунду, до сотни. Можете посидеть. Детей сажайте, всех сажайте. Я на аппарат, да. Крутой? Да, послушаем, что. Или там обычный был? Да, на самом деле она плохо заводится. Почему? С толкача ее только если. Бля, ну такой аппарат. Стою, ловлю телочек, вот не знаю как. В центре пробовал, отказывают. Почему? Не знаю. Тачка вроде крутая, я сам тоже неплохо одет, но отказывают и все. Да нет, ты одет вообще беспонтово. Да? Как? Беспонтово. Беспонтово? Почему? Смотри, какие крутые ботинки. Ну, вроде рубашку я купил с рынка. Не? Плохо одет? Конечно. Блин. Знаешь, где едешь? Так. Вот там магнит. Ага. Дальше. И там их много, то есть там шлюхи. Только знаешь, как заезжай во дворы именно, понял? Где магнит, дворы, да? Где там магазин. Ну, может, там может съезжу туда, да, может быть, съезжу. Мужики, а не подскажете, как тёлку подцепить? Это уже... Я срисовываю, просто пиздец. Здесь? Ну да, я уже битый час стою. Ну, не местный, но в таких же местах живу. Смотри, заедь лучше, где отзывы. Как ты это самое. Слушай, это что такое-то, тройка BMW?
Не, это Ford Mustang. Нет, ты думал, что тебя выручит этот Mustang? Ну, я думал, да. Тебя наебали, блядь. Почему? Слушай, а какой мотор у него? Маленький же, да, у него барабанный. Здесь BMW-шный мотор. В общем, BMW-шный мотор, мощный очень. Ну, сколько? У него где-то 1000 лошадей. Здесь? Ну, да. Да, открывай. Ага. Чего, блядь, 1000 лошадей? Ну, где-то так, может, поменьше. Чего, блядь? Че ты несешь там? Открой капот, дай мы посмотрим. Ну, сейчас. Мы просто немножко шарим в этом вопросе. Ты совсем малый. У меня в машине вот 260. У меня 231. Ну, может, спиздел немного, может пометь. Сейчас, может, не с открытым капотом стоять. Ну, типа, кто-то в моторах, если разбирается, какая-то тёлка, да, такая мимо пройдет, типа. Ну, давай. Блядь, видишь, вот это что, блядь, разлито, ёпка, это с турбины, блядь, или что? Тут нет турбины. А, это просто антифриз напрыскал. Да нет, все нормально с ней. Она, ну, бегает. Хорошо бегает. У тебя чуть-чуть, да, проблема. Так как-то с толкача, блядь. Короче, нет, да нормально, постой, сейчас. Кто-нибудь подойдет. Я думаю, да. Я надеюсь. Конечно. Моя, что ли? Да, это моя, а что? Неплохо. Спасибо. Нравится? Очень. Ну-ка дай посмотри. Крутая, да? Ничего, ничего. Мне ее друг подарил. Да ты что? Да. Готова? Целый день ждала. Да, ты симпатичная. Правда, что ли? Да. А я думала, вчера была. Да и сейчас тоже неплохо. А тебя как зовут? Людмила. Очень приятно. Меня Илюша. Илья. Можно просто Илья. Илюша. Мне так удобнее. Поехали? Поехали. Садись. Прошу. С ума сойти. Спасибо. Да, здесь все оборудовано по высшему стандарту. Ну как тебе тут? Шикарно. Ну что? Ну что, машина неплохая. Классная, да? Мне друг подарил. Прям, ну здесь убранство прям все такое, ну, современное, согласись. Ну да. А, ну, магнитола, да, сейчас магнитола. Я музыку включу, и мы поедем с тобой. Ну что, к тебе или ко мне, или к озеру поедем? Господи, ко мне поедем. Поехали. Ну что, Илюх, как ты заметил, городских жителей не так уж просто и удивить даже мустангом. Я надеюсь, ты не очень расстроился? Да нет, похуй. Только, знаешь, деньги нужны. Деньги, 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 деньги. Любовь за деньги. А мне жениться пора уже. Да мама все уши прожужжала. Илюх, я предлагаю повторить этот эксперимент, но спустя уже некоторое время, когда мы тебе твой мустанг переделаем полностью, перекрасим или поменяем диски, и уже тогда посмотрим на реакцию городских девчонок. Что ты думаешь? Жду не дождусь. Хочешь все-таки городскую, да, заиметь? Ну, не без этого. Ну, собственно, вот так вот, ребят, спасибо, что посмотрели. В описании будет ссылочка на мой лайв-канал, где будет дополнительный материал, так что подписывайтесь и смотрите. И лайк, может, побольше? Ну, тысячу там, может быть, две было бы здорово. Поставьте ему лайков, ребята, то он не успокоится. Пожалуйста. Все, пока.